Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ваша команда вышла в более высокий дивизион. Окей. 487 тысяч монет и 73 кристалла. Так, открываем бесплатный сундук. Зимние шины, амортизаторы прыжков. Так, я хотел докачать, насколько я помню. Так, со всеми поздороваемся. Спрашивает, почему ты пишешь только привет и все? Ребят, ну, потому что я играю в данный момент. Если я сейчас тут буду с вами переписываться, то кому будет интересно на все это смотреть? Давай-ка заберем вот этот сундук. Так, монетный ускоритель, но это на танк. Форсаж на чоппер. И управление в воздухе на лихача. Вот так вот. Гонка у нас, по-моему, стоит? Да, стоит. Ваши финальные баллы. Три. Три финальных балла. Да. Лучше и быть не могло. Так, магнит, ускоритель, дым. Давай сразу активируем следующий. Ну что, ребята, у нас новый сезон, как ты видишь, начался. Будет интересно, конечно, поездить сейчас. Но сначала я хочу... Наберите платину. Выскочка. Можно купить его за 50 тысяч. Но, друзья мои, я, наверное, все-таки докачаю наш хилл-климп. Опа. Да, новый вид. Шляпа альпинист. Все, тачка прокачана, как ты видишь, по фулке. И что нам... Блин, я вот не знаю, стоит ли нам спортивный вот этот вот автомобиль прокачивать. Ну, в принципе, он неплох. Но вот... Вертушка, мотоцикл, танк, выскочка... Или же все-таки нам прокачивать суперкар? Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какую машину следующую мы будем качать. В принципе, было бы неплохо прокачать суперкар. Как ты считаешь? Ну что, а пока мы, наверное... Так, дай-ка я... Давай вот так вот оставим. У нас новый вид. Ага, ну да. Вот у нас шляпы появляется. Ну что, ребятушки, вперед, как говорится, и с песней. Новый сезон начался, грязные дороги. Сразу же лихач, ребят. Ох, ничего себе, он там полетел. Нормально. К сожалению, он куда-то там то ли разбился, то ли еще там что-то с ним случилось. В общем, не получилось у него то, что он там задумывал, а мы очень даже хорошечно залетели на финиш. Ну что, ребята, дальше продолжаем. Ну, в первый раз, если нам повезло с лихачом, то это не говорит, что и второй раз тоже он там где-нибудь лопухнется. Хотя хотелось бы. Упс, давай-ка вниз поедем. Да-да-да, так будет, наверное, лучше для нас. И тут тоже, как ты видишь, мы занимаем первое место. Нифига, он там видел, откуда из-под небесной прилетел на землю грешную. Идеальный старт, отлично. Блин, вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да что? И он, кстати, тоже видел, спорткар тоже там, ребят, завис. Жесть, лихач, короче, улетел. И не только лихач там улетел, там еще какой-то... Фиг поймешь, как его там величать. Да, третий. Но в любом случае, ребят, по итогу я приехал. Не то, что приехал, я буду первым. Вот так вот, ножкой потаптывая. За седьмой день мы забираем с тобой. Так, управление в воздухе, колесный ускоритель, плюс 10 тысяч монет. Замечательно. Так, первый снег. Друзья, первый снег у нас выпал. Ну, типа того. У нас все тут нормально. Да, все хорошо. Единственное, что можно... Нет, не буду. Думала, что если прокачать, у нас колеса с тобой стоят. Как раз сцепление для зимы. Опа, чувак на форсаже, ребят. Чувак на форсаже, там очень круто шпарит. Очень быстро он едет. Очень быстро. Но я быстрее. Я больше уверен, что это благодаря, ну, по большому счету, нашим колесам, которые имеют очень крутое сцепление. Если мы еще прокачаем колеса,
то сам понимаешь, у нас будет еще круче ехать наша тачка. А если она будет ехать круче, то, соответственно, попробуй нас, как говорится, догнать. Нифига там. Чувачок, хорош летать. Как Супермен. Есть, и тут опять мы занимаем первую позицию. Изи, пока все изи, ребят. Давай, 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 давай. На колесике, оп, чтобы у нас было максимальное, ребята, ускорение. Так, я вниз поеду. И смотри, чувак не отступает. Воу! Друзья, вот это сейчас было очень, 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 как бы тебе сказать, ну это подстава была. Ладно, в любом случае приехал я, точнее не приехал, а занял первое место. И здесь у нас задание еще какое-то завершено. Получить 3000 монет плюс сундучок. Так, давай-ка мы вот это... О, проедь 1700 метров, отличное задание. Так, ну что, 3000 кубков-то мы сегодня в любом случае, ребят, получим. Ну, просто вот полюбасик. Кто там еще, ёпарасета, шуршит? Вижу. Я вижу, вижу, он пытается, но что-то у него там, друзья, не получается. Захотел он там прыгнуть, ага, конечно, держи карман шире. На финише ты видел, он сделал супер прыжок. Балалайку ему. Так, смотри, смотри, смотри. Ролейка выпендривается. Кто там, укроп? Понял. Ну ёпарсы, ну нафига вот так вот ты упал-то? Этот все, не знаю, ребят, что он там делает. Вылетел из машины своей. Так, ладно. Что он сразу полетел куда-то? В Поднебесную. Ну, здесь, по-моему, друзья... Да, здесь мы первые. Отлично. Что еще раз доказывает, что мы лучшие. Глубоководная езда. Блин, терпеть ее не могу. Ну, а куда деваться? Кстати, не забывайте, что тут у нас появляются новые трассы. Опа, мотоцикл. Сразу же на мотике. Так, здесь, наверное... Он едет, как будто он знает эту трассу. Вот такое складывается впечатление. Дай-ка я вниз. А какой там вниз? Уже поздно вниз там ехать. Не, ну нифига себе. Как он меня, интересно, тут мог подрезать? Ребята. Ехал, ехал с мотоциклом на перегонке, а в итоге нас обогнал какая-то ролика, вообще непонятно откуда взявшаяся. Ну вот и зашибись. Еще и перевернуться не хватало. Нет, смотри-ка, я не перевернулся. Но преимущество, ты сам понимаешь, я потерял. Так трасса новая, фиг там знает, где там, что, куда. Вот в чем дело-то. И опять я тут, блин, какое второе место занимаю. Опять я этому уже проиграл. То ли они трассу знают, то ли еще, я не знаю, ребят. В чем у них тут успех? Никто, кроме меня, блин, не врезался в эту подводную лодку. Ну, никто просто, друзья, ну... Один только я, самый умный, полетел, блин. Да. Короче, я разбился в итоге. И в итоге я разбился. Заняли второе место. Как всегда, нужно привыкать к этим трассам новым, а потом уже, естественно, у нас будет... Все довольно неплохо получаться. Кубок Штормрайдера. Кубок Штормрайдера. Ладно, поехали. Оп, лихач там, смотри, наяривает. Да.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не, не надо. Я знаю этот черепундель, на нем обычно разбиваемся. Самый умный, да? Взял, перепрыгнул. Все там что-то пыхтят, а мы с тобой, оп, и обманули всех, перехитрили. Почему лихач так офигенно летит, а? Скажи мне на милость. Ой-ой-ой-ой, мне бы долететь бы до крыши, до этой. До крыши! Так. Есть, ребята, и финиш. Замечательно получилось. Фух, ну что, поехали еще. Последняя гоночка у нас здесь. В этом штормрайдере. Ну, зашибись, подкололи. Я-то думал, что-то... Ну, я еще и на этот... Самый лузер, блин, приземлился, называется, на свою голову. Ну, конечно, я догнать-то их не догоню. Надо было еще и вытвориться. Перевернись, охламонище. Пипи-то, ё-моё. А лихач там почему-то, ребята, отстает, вообще отстал. Хотя он еще может, наверное, догнать. Ладно, все равно я первый. Тут как ни крути. Так, ну что, первая награда, да? Ага, первая награда, даже не доехали. Опять, что-то слишком много воды в этих событиях. Слишком много воды, понимаешь? Так, наяриваем. Фух, чудом просто заехал и никуда не врезался. А, уже все, уже финиш. Быстро. Здесь все было быстро и легко. Так, поехали дальше. Так, по-моему, это... Ёк-макарёк. Крыша отлетела, да, у нас получается? Мы сейчас без крыши, то есть... Вот-вот-вот об этом я и говорил, что можно было врезаться и все. Трындец. И ведь прекрасно знал, что такое может случиться, и все равно начал газовать. Вот тебе результат. И вместо того, чтобы приехать первым, я просто сфейлился. Да, у ролейки, конечно, очень слабая крыша. Если сравнивать с багги, то она вообще ни о чем. Чего? Вот это называется косипор. Это, ребят, называется косипор. Взял, перевернулся на ровном месте. Трэш какой-то просто. Так, тут у нас лихач. Джамин какой-то там у нас. Так, что у нас тут будет? Ой-ой-ой, а, это... Тихо-тихо-тихо, едь, фух. Я же помню, что эти островки, ребята, они в лаву падают. И если ты не успеешь выехать, естественно, ты сгораешь в этой лаве. Как это? Хорош меня пугать, горючий заканчивается еще. Тут что ли одна гонка у нас получается? Скорее всего. По-моему, будет здесь одна гоночка. Да, ребята. И приехал я первым. Ну-ка. Ты опять вернулся на свое старое место. Так, управление в воздухе, ускоритель фляг и стартовый ускоритель. Кубок шахты. Ну неужели шахты хоть появились? Я думал, тут кроме воды и зимы ничего не будет. Но нет. Шахты есть. Ой-ой-ой. Удар такой был. Очень сильный.
Надо было там все-таки, ребят, не выпендриваться. Надо было снизить скорость. Есть. Снизить скорость и поехать понизу. Ну, я уже снизил скорость, а я смотрю, все равно мы залетаем на эту верхушку, поэтому пришлось заезжать. Не стал я там откатываться назад, спускаться. Оп. Да-да-да-да-да, надо быть аккуратнее. ККМ-ка, что ли, там сзади меня? А, нет, ролика. Ну и ККМ-ка там тоже была. Берегите головы. Так вот, предупреждение здесь пишут. Берегите головы. Все, я опять лишился крыши. Трэш, трэшую просто, как не знаю кто, как умалишенный, ребят. И благодаря этому мы выигрываем. Так, ну что, забираем первую нашу награду. 30 деталей. И это у нас магнит на автобус. Окей. Ну что, 3000 кубков, я думаю, мы сегодня все-таки возьмем. А если будет время, то вечером еще покатаюсь. И попробую взять, сколько там, 6000 кубков идет. Ты смотри, чувак, там на мотике. Фига он там наяривает. Вот эти вот прыжки мои, кстати, вообще мне не в тему, ребят, были. Миха какой-то едет, тоже на раллийном авто. Да, на мотоцикле, конечно, там прошуршал, чувачок, тут не поспоришь, ладно. На мотоцикле, еще раз повторяю, ребят, надо уметь ездить. Перевелись, гаденыш. Вот так вот. Так, теперь мы будем... Так, я знаю, что он там очень хорошо прыгает, летает. У него крылья, что ли, я не могу понять. Ух, ёк-макарёк. Офигенно, но тем не менее справились мы. Тоже, что ли, разбился? Нету его. Нет, приехал. Примчался. А этот перевернулся, ребят, только благодаря этому, наверное, он не приехал первым. Я имею в виду про мотоциклиста. Посмотри, посмотри, смотри, смотри, смотри. Что делает? А что же он крылья-то не поставил себе? Ему надо было крылья поставить, чтобы он подпрыгивал или летел в воздухе. Так-то фигли. Так мало толку, мне кажется. Так, ну что, давай попробуем еще, может быть... Я вот думаю, может быть, Багина взять? Прокатиться пару разиков, а? Что скажешь? Моя тачка уже чадит, дымит. Ох, заехал. Так, тихо, капиташка или кто-то там. Да, капитан Кана. Юху! Первый. Рожа пришельская. Еще молоко на губах не обсохло, да? Первое место все хочет. Так, смотри, здесь спорткар. Я вниз хочу, ребят, я хочу вниз. Понизу. Вот, вот что, вот, ребят, у него тоже там попрыгульки, похоже, да, или мне показалось. ККМ-ка-то тут как... ККМ-ка-то... Она-то тут откуда взялась? Говнотачка это, я не понимаю. Блин. Хорошо, кактус мы так слегка задели. Он достал меня уже на своих попрыгушках, если честно. Такой напряженный момент был. Так, ну что, друзья, проехали. Давай попробуем все-таки взять багги. Попробуем прокатиться на багги. Но тут нам нужно будет брать горючку, друзья.
Давай, 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 подгазовывай. Немножко, конечно, неудачно, да фиг с ним. Давай, 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 выпендривайся как только можешь. Есть, друзья, первый. Первый из первых. Действуем дальше. Еще идеальный старт поймать надо. Фиг там, идеального старта не поймали. Ух. Так, допустим. Ну тут придется заныривать. Ну что тут, ну никак, ребят. Все. Багги справился со своей поставленной задачей именно на песок в купальниках. Там вот сзади на больших колесах-то меня пытается догнать. Или, по крайней мере, приблизиться ко мне. Давай, давай, давай. Ох ты. Вот это мы хорошо перелетели. Просто взяли и на нитро сиганули. Первое место, ребят. Так, зеленый кубок. Как думаешь, наши баги на зеленом кубке сможет держать конкуренцию? Я думаю, что сможет. Так, давай, 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 бери. Отлично. Монетный ускоритель рулит. Просто все эти ухабы перелетели. Вот и все, друзья. Вот и все. Так, давай двигаться дальше. Блин, без идеального старта, фиг с ним. Давай, 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 давай. Пока они там все там поднимаются, мы с тобой вот так вот просто перелетаем. О, видишь как делаем. Вообще всех врагов оставили где-то позади. Шикарно. Ну что, последний, третий заезд. Идеальный старт поймали. Ого. ККМ, как куда лезешь? Нифига там. Вот это да, ребята. Видел, сколько мы пролетели с тобой расстояние? Вообще четко. Превосходно, ребята. Вот вам и монетный ускоритель с нитро. Такие вот штуки он делает. Оставляет всех врагов позади. Ну что, кубок претендентов. Давай попробуем здесь теперь прокатиться. Я вот думаю, может быть, еще нам супердизелек наш сегодня заюзать. Что? Это что сейчас был за прикол? Куда ты? Тихо. Набрал он скорость, видите ли. Ну, тут мы оторвались, конечно, хорошо уже под ближе к финишу. Просто как пуля. Идеальный старт. Ну, опять же, повторю, ребят, вот этот прыжок, блин, вот... Затяжной, очень долгий прыжок. Даже без всяких этих. Первое место взяли. А почему называется пусковая шахта? Я никаких шахт вроде... Ух! Подкололи, подкололи, тут не поспоришь. Вообще нормуль, смотри как шпарим. Сейчас еще ускоряка. Оу, оу. Вот и все. Шикарненько. Так, сколько? 2000 монет.
получаем. Подожди-ка, мы, кстати, задание-то у нас там было. Мы же выполнили, я его не... Ага, забрал. Маневр. Маневр на спортивном автомобиле. К сожалению, пока не могу сделать маневры, потому что спортивный автомобиль у меня не прокачан. Так, ребят, не забываем писать в комментариях, какую тачку будем прокачивать в следующей. Вот здесь бы, конечно, бы нам... Ладно, фиг с ним. Там можно было бы взять горючку, и можно здесь было бустануться вверх, просто вылететь, как пуля. Так, отлично. Да, у баги действительно ведущее колесо это заднее. Она за счет него тут, в принципе, и делает. И вытягивает. А представляешь, если на нее поставить... Ну, жалко, тут всего три детали. А так, прикинь, бы еще покрышку бы на нее поставить бы мощную, да? И форсаж. Я представляю, что бы эта машина вообще бы делала. Вот эти вот монетки, которые мы собираем, они очень нам хорошо помогают именно подняться в горку. То есть они бустятся, и нам не надо там выжимать из себя все соки. Так, это я специально сделал. Сейчас попробуем горючку взять. Е. Ну, потеряли шлем, ну и фиг с ним. Зато первая позиция. Плавные деньки. Может быть, плавные сырки. Бери, бери, бери. Е. Ну, вот то, что у нее действительно очень хорошо, ребята, это когда она приземляется, и вот в горку. Очень мощно она тянет в горку. Тут уж не поспоришь вообще никак. На заднем колесе едет. Кто-то говорил, что если поставить на машину какой-то там ускоритель, когда ты едешь на заднем колесе, она будет еще быстрее ехать. Но я боюсь, там мы будем переворачиваться в таком случае. А вот это вот, по-моему, не для нас трасса как раз. Потому что здесь нужно, ребята, аккуратненько ехать, а это не про баги. К сожалению. Да, здесь раллийное авто. Было бы самое то. Последний, да? Третий. Ну, можно сказать, что последний. Да, эта гонка, к сожалению, нам... Не гонка, а трасса это нам не дастся, скорее всего. Слишком много прыжков, слишком много всякого. Надо же. Вот оно что. Да куда ты так? Трындец, ребята. С этим полетом дебильным. Просто дебильным полетом. Из-за этого полета я прозевакал вспышку. Ну что, он на этом что ли? Это же новая тачка вроде бы, ребят, которая разыгрывалась. Да ты... Да что с тобой не так-то? Ну все, короче, сфейлились. Просто сфейлился. Да. Она здесь вообще не слушается меня. Не, ребят. Еще одна гонка, да фиг ли тут гонка, тут надо выходить и... Тут победы не видать. Разбейся ты лучше нафиг. Вот так вот. Чем так позориться, блин? Ну вот здесь уже другой разговор. Более-менее, где мало прыжков и такие вот прикольные расстояния. Еще что-то можно здесь поделать. Фига мы там полетели. Я даже не вижу, куда летим. А почему горючку не прихватил, блин? Монеты взял, горючку? Не надо. Я решил не брать ее.
Так, там кто-то у нас на форсажике едет. Перелетели, отлично. Вот и финиш. Даже вертушка нас не смогла здесь обогнать. Кто-то там наяривает, нашептывает. Опять вертушка сзади меня, ты посмотри. Ну, куда я тягаться, когда тут монет дофигища и горючка везде лежит. Понятное дело, здесь первое место. Так, Кубок Федерации. Ну, на Кубке Федерации, я думаю, что здесь тоже мы сможем выиграть именно на багги. Ого! Не я один тут самый умный, да? Скажи, зачем я так сделал, а? Ах ты, я думал, сейчас будет возможность обогнать. Нет. Да ну хорош, ребята, ё-моё, я что, последним что ли буду? Не хочу я быть последним. Третьим. Короче, я здесь фейлился только в одном месте, ребят. Когда начал спускаться вниз. Если бы я поехал поверху, бы ничего такого не было. А я на поверху бы я не поехал бы, потому что почему-то я туда заехать не смог. И мне такое ощущение, что я дольше всех прыгаю. Они то ли снижают скорость, то ли еще что-то. Ну ты посмотри, посмотри, как это сейчас выглядело тупо. Да, я дольше всех летаю. Опять третий, что ли? Да ёк-макарёк, блин. Чё, второго места мне так и не видать, я так понимаю, да? Они все, они все с монетными ускорителями. Кто-то даже... Ага, монетный ускоритель и крылья. Все, я в кактусах. Я в кактусах. Да сдохни ты уже, в конце концов. Достал ты. Я, честно говоря, думал, что здесь будет нормально у нас все. Так, давай мы брать, возьмем обратно. Давай вот так вот поедем. Супер дизель. Ага. Все, ребята, потерялся в пространстве. Взял супердизель. А что случилось? А что случилось-то? Почему мой водитель отдуплился? Вот это номер сейчас был. Трэш какой-то. Как она заезжает долго и нудно, а? Давай заезжай уже наверх тогда. Пипец, просто... У меня нет слов. Нет, ребят. Надо ездить на ролейке. А, у него попрыгульки. Вот оно что. Ну ты посмотри, я взял горючее, почему ты... Почему форсаж этот чертов не сработал? Я не понимаю. Ребят, не срабатывает и все. Откатываемся назад, ну все. Меня это выбесило. В корень. Поехали. Пора показывать им мастерство. Совсем, наверное, забыли про папочку, да? Все, без проблем. Дальше едем. А то мне надоело туда-сюда мотыляться, как я не знаю, как
Я же думал, сейчас зависнет, ё-моё. Да что за подвисание это, в конце концов, блин. Баги, отвали. Не видишь, что ли, что дорожный папа ездит? Все, ну тут что-то как это короткая трасса. Нормально. Так, миля в пустыне. Все, погнали. Миля в пустыне, так и миля в пустыне. Ну, конечно же, баги, как всегда, вырываются вперед. Что за фрезы, ё-моё, блин? Заметил, что начинает как-то поддергиваться экран? Ну, кстати, вот когда поддергивается экран, может, знаешь, что произойти? Может, запись оборваться. Надо будет перепроверить после этой гонки. Такс, ну что? У нас что, одна гонка здесь, я так понимаю, да? По-моему, одна гонка всего лишь. Да, так оно и есть. Все, ребят, первая позиция. Так, надо глянуть, все ли у нас нормально. Так, все нормуль. Ничего не оборвалось. Все идет в штатном режиме. Эпические холмы. Все там носом бразят, кто еще куда чего, да? ККМ-ка тут лезет вперед. Как они меня достали со своими крыльями, а? Бабочки хреновые, порхают тут. Чего? Чего? Чего ты делаешь, придурок, блин? Я офигею, блин, я офигею, ребята. Это надо было на финиш вот так вот, блин, дурку свалять. Ёпарасоты, а. Да. Это... Ну, это просто нет слов. Это просто нет слов. Это подстава из подстав. Вот так вот на финише взять просто и не доехать до него. Точнее, доехать, ну как? Как раскоряка. Да, ребят, умываю руки. Нашему мастерству, блин. Ой, давай попробуем еще первое место занять. Иначе мы опрофалимся. Опять же, без идеального старта поехали. Кто-то там вниз. Ого, чувак с монетным ускорителем. Нет, этот не с монетом. Кто-то там с монетом, скрытием, я видел, ехал. Все, первое место, отлично, ребят. Не подкачали. Не подкачали. Райская бухта. Ну, здесь бы как раз бы баги, вообще было бы топчик. А ну, видишь, что ребята делают? Ой! Фух! Просто подколоть меня хотели. Но, в принципе, они и подкололи. Они меня и подкололи здесь. Ну, потерял, ребят, преимущество. Вот такие вот дела. Просто по лодке проехался. Нормально, ребят. Давай, 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 давай. Заезжай сюда, молодец, красавчик. Так-с, что у нас там? Да неужели я еще и первый приехал? Слушай, я немножко даже шокирован. Просто ехал где-то позади всех.
Ну ты же видел, да? Позади всех. И на тебе. Вырвался вперед. Причем я там два раза во всякую дребудень упирался. Да я слышу, кто-то там форсирует, как всегда. Да, вот это вот больше всего бесит, ребята, когда просто тебя обгоняют. Я сам так много раз делал, на финише обгонял. Но когда именно тебя обгоняют... Ну, баги, понятно, у нее как бы есть там, так скажем, способность подниматься в горку, да? Он с монетным ускорителем, господи, я думаю, что он наяривает-то так быстро? У него монетный ускоритель стоит. Вот оно что. Будем знать врага в лицо. Давай здесь не будем особо сильно. Так, баги, я не помню, у тебя что там, супер колеса что ли стоят? Блин, вторым, твою налево, блин. Тяжкие бои, тяжкие, ребята. Ну что, 30 самоцветов получаем. Так, что у нас там? Так, уже отснял. Напишу, потому что завершаю. Уже отснял, все. Такс, 185 кристаллов, 625 монет. Так, ребят, ну что? Будем на сегодня закругляться. В следующей серии, а может быть вечером, попробуем взять 6000 кубков. Там же будет видно. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.